Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия, и сегодня мы поговорим о получении замечательного, интересного и немножечко секретного питомца Мстительная Курица. Мстительная Курица дается при интересном выполнении локального задания в усадьбе Уэйкрестов Ведьмина Кухня. В момент спавна, в момент прока этой локалки в подземелье появляются дополнительные мопсы, а именно шеф-повар Даниэль, Ратисье Ронда и Соусье Самуэль. Нам потребуется только два мопчика. Даниэля мы можем убить. Заходим в подземелье, вычищаем абсолютно все до этой кухни. Убиваем босса, убиваем трэш, чтобы он нам не мешал. Заходим в кухню. Я специально промаркал абсолютно все таргеты. Луну убиваем, как было сказано ранее. Также вылезает дух. Духа тоже убиваем. Он нам ни к чему абсолютно убиваем, убиваем, косты сбиваем. Небольшую ошибку допустил при вообще прохождении всей этой усадьбы. Можно было намного быстрее все это сделать. И я решил спекнуться в Блада и думал, будет дэмэдж какой-то по мне нереально идти, но по факту этого дэмэджа вообще нет. Оставляем двух мопчиков и теперь наша задача дождаться костов. Стоим на месте, под нами уже курица, в нас кидают огонек, скоро в нас закинут подливу и все, Квест активируется. Появится мирный к нам мопчик с зеленым никнеймом, и мы берем у него квест. Это та самая курица, которая станет нашим питомцем. Немножечко отхожу от нее, юзаю, беру квестик. Все. Добиваем мопчика, впортуемся и летим в пиратскую бухту. Залетаем в домик, говорим с гномом, и он дает нам замечательного питомца мстительная курица. Интересный механический питомец. Быть может, когда-то он будет нужен в битвах питомцев. Посмотрим. Как говорится, время покажет. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.